шикардосно получается. Это, между прочим, белье для стафа в Иглазе. Это не для гостей, это гостей сотрудников нашего городка Ороза. Лилия Михайловна в тесте. Как ты думаешь, Лилия Михайловна, осилим эти пододеяльники? Осилим запросто. Запросто? Да. Ты уверена? Уверена. Молодец! Вот так! Руку левую. Давайте, Лилия Михайловна, растягивайте, прикладывайте. Иди, моя цыпочка, иди, будешь мне помогать. Иди, моя ласточка. Давай, покажи класс, как ты делаешь. А ну, держи второй. Кстати, друзья, вопрос. За сколько эту кучу белья мы погладим? За сколько часов? Ну, за три точно. За сколько часов мы погладим эту кучу белья? Дай мне. Лилия Михайловна поставила ставку, только разравнивая, поставила ставку, говорит, что три. Сколько даете вы? Клади. Так, пальчиком держи. Держи. Все. Схватилось. Убирай ручку. Убирай. Так. Вот у нас уже сколько осталось. Вот это все сделано. А вот это вот все сделано. Лилия Михайловна у нас передавит труда. Ой, интересно.